Привет, это я, Аленчик. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня вторая часть подарков на 8 марта. Вы просили, я делаю. Так что я держу свое слово. И еще раз повторюсь, все фотографии, которые я показываю, они с Алиэкспресса. И ни один товар я не рекламирую. Это просто подборка, которую я посчитала, что было бы классно подарить на 8 марта. Так что берите печенюхи, чаек, блокнотик и ручку, и айда выписывать. И в принципе я подозреваю, что это видео смотрит мужчина, так что если что, ты знаешь, что подарить своей подруге, девушке, жене, дочке. Не тяну больше время и поехали. От милой сумочки ни одна девушка не откажется. Хоть я и включила бритвенный набор в подарок, но его нужно дарить аккуратно, особенно мнительным дамам. Следующий подарок я увидела у моей подруги. Это держатель для сумок, то есть вы ее раскрываете и упираете в стол, а она, в свою очередь, держит вашу сумочку. Мне очень она понравилась, я поэтому поподробнее чуть о ней рассказала. И чтобы все карандашики и ручки были всегда в одном месте, подарите девушке пенальчик, и она будет вам благодарна. О соляной лампе я узнала буквально вчера. Оказалась очень полезная штука, то есть вы включаете ее вечером перед сном, а она вам пахнет солями, и ваши дыхательные пути прочищаются, и здоровье улучшается. Достаточно недорогой подарок – это лак для ногтей. Любая девушка любит иметь, конечно, красные, но можно дарить и цветные. Девушкам, которые следят за весом, можно подарить весы. Некоторые из них управляются со смартфона. Вы потом сможете отслеживать тенденции и радоваться каждому килограмму, который ушел. Сейчас девушки-подростки очень любят разные нашивки, чтобы клеить их или пришивать к рюкзачкам, либо к джинсовым куртейкам. Также девушкам можно подарить часы, для того, чтобы она всегда приходила вовремя на свидание. Спортивный держатель для телефона просто необходим девушке, которая бегает по утрам или там прыгает. Если даже у вашей дамы есть обычный пылесос, то она все равно не откажется от такого современного пылесоса, который ездит по полу и сам все собирает. Особенно если у нее есть домашнее животное. Если девушка любит кофе в постель, то без чайного или переносного столика она просто не сможет. Если ваша девушка вяжет спицами или крючком, то ей просто необходим такой счетчик петель, либо рядов. Есть ручной, а есть прямо на батарейках. У меня один такой есть. Чтобы девушка оставалась красивой надолго, можно подарить ей такие патчи на лицо. Есть такие, которые на ночь клеются, есть которые с утра. Вы там поспрашиваете перед тем, как покупать. Если ваша девушка курит, то пусть хоть это будет красиво. Купите ей портсигар. Если ваша девушка автоледи, либо любит кататься на велосипеде, и чтобы ее ручки не страдали, купите ей такие перчаточки, и ее ручки всегда будут нежные и шелковистые. Ну, от колечка, конечно же, никто не откажется. Классный кошелек тоже непременно понравится вашей девушке. Милых и мимишных тапочек в доме много не бывает. Как и модных очков, особенно если они в стильной оправе. А к ним бы еще приложить чехольчик и футлярчик. Конечно же, телефон и планшет – это супер подарки. И если на эти дорогие подарки вам не хватает денег, хотя бы купите на них чехлы на телефон и на планшет. Все телефоны разряжаются, поэтому Powerbank – это супер тема. Кстати, можно купить еще и флешку, тоже будет недорого. Если ваша девушка любит читать, и чтобы она не таскала с собой миллион книг, купите ей электронную читалку. Если у девушки есть мечта, то купите ей копилку для того, чтобы она сама насобирала, и немножко ей помогите в этом. Если ваша девушка любит носить длинные волосы, можно ей в качестве украшения подарить заколку, либо обруч. И если она носит серьги, то поищите какие-нибудь оригинальные сережки, не обязательно там золотые, серебряные, можно какие-то даже пластмассовые, это сейчас модно. Всегда, кстати, можно подарить маечку интересную с разными принтами и расцветками, а также можно подарить пижаму в виде зверюшек, ну, можно еще пеньюарчик подарить, если не боитесь. Ну, а про постельное белье я вообще молчу, всегда классно иметь новое постельное белье в запасе. Ну, и банный халат туда же.
Раз мы уже говорим про постельные всякие темы, то подушечки, вот наволочки на подушечке, маска для сна. Кстати, есть такие, которые на гелевой основе охлаждают лицо, приводят лицо в порядок. И всегда девушки с кучерявыми волосами хотят прямые, поэтому, пожалуйста, можете ей купить утюжок для выпрямления волос. Но скажите ей, что она и так красивая. Сейчас очень модно дарить вот такие вязаные покрывала с крупной-крупной вязкой. Еще один уютный подарок – это палантин или шарф. А также можно подарить снуд, либо платочки, или банданы, или просто носовые платки. Если ваша девушка не итальянка или не мексиканка, то можете смело ей дарить нож, а также можно подарить доску для нарезки со специальным отсеком для отходов. Эмалированная посуда уже всех достала, а вот из нержавейки самое то. Мультиварка очень большой помощник на кухне, поэтому рекомендую прямо даже больше, чем если бы вы купили ей телефон. А теперь подсказки от моих подписчиц. Они бы хотели иметь абонемент в спа-салон, на массаж, на курсы вождения или сходить в ресторан. Надеюсь, эта подборка вам понравилась. Я очень старалась подбирать, чтобы было интересно, чтобы было нужно. То есть подбирала как себе. И следующее видео будет уже больше поделки. То есть все-таки у меня Аленки на самоделке. И нужно показать, что бы я подарила на женский день 8 марта, сделанное своими руками. Так что не теряйте меня, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И я с вами прощаюсь, и вам хорошего, и пока!